специальные автомобильнейшие колеса. Так они очень маленькие для автомобиля. Точно. А автомобили разные бывают вообще, да. Ну какие, например? У меня Пиканта самый маленький, у меня больше колеса. А внедорожники маленькие, а прицепы автомобильные. Не поместится. Я тебе могу дать свой. Ну, видишь, пишет, что Чебоксары — жемчужина России. Да-да-да. Молодцы чуваши. Вот считают, что они самый главный пуп земли. И все. Ну как, они, может, так не считают, но по крайней мере ценят себя. Они считают и молодцы. Но они что-то так не говорили. Ну как не говорили, они все своим видом показывают свой музей и свои эти. Они только в музее своих художников. Нет, театр, у них тоже разные же музеи, видишь? Я понимаю, но сделали есть свой национальный музей. Да, да, да. Молодцы. Клумбы какие красивые, сверху видно. Наш кораблик стоит. Ну-ка. О, теперь ты можешь во весь кадр его поймать. А, да-да-да-да-да. Точно. Да, сверху клумбы лучше смотрятся. Орнамент сразу видно, видишь орнамент? Да. Такой город Чебоксары. А вон, кстати, дом правительства. Угу. Да, мы там были. Странное здание, ну, по крайней мере, такое монументальное. Смотри, лежит. Там еще не на самом верху, да? Да нет, еще, конечно. Угу. Какой интересный проход. Посмотри, мостик туда, вот, к этой родине. К матери, какая там правильно называется, забыла. И смотри, у них работает фонтан посредине залива. Да. А в Белгороде что-то перестало работать. Коротков какой маленький. Ну отсюда да. Все, мы на самом верху, Олег. Ну да. Сейчас будет самый верх. Вот, все. Самый верх. Все, пошли, пошли вниз. Театр, смотри, как близко. Вот, 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 смотри, вот сейчас самый верх. Ага, видишь? Тоже национальный театр свой. Ух, высоко. Да. А вот их национальная особенность, вот турбодефлекторы, которые здесь изготавливаются в Чебоксарах. Да-да-да, они здесь изготавливаются? Ну, вообще-то три конторы здесь изготавливают турбодефлекторы. А вы отсюда заказываете? Ну, конечно, у них заказывают. Вон те аквариумы стоят, в которых достопримечательности чувашские. А где у нас пешеходная улица? А, вон она, вон туда, да? Вон туда. Вон она пошла.
Вот она рядом с театром. Смотри, как хорошо сделано. Вот несколько рядов прям кресел, да? Вот сидит. А там где фонтанчик? Да, да, вот здесь. На площади здорово же. Не очень хорошо. Ну, молодцы. Нам бы в Белгороде такую же красоту сделать. Ну, места недостаточно сейчас. Да? Ну, очень классно, вообще супер. Понятно, что у нас нет реки такой, нет? У нас везёлка есть. А вот тут деревянная вообще, видишь, набережная? Угу. Класс. Можем, чтобы в магазин этот окон дойти и купить их местное мороженое. Обязательно. Попробуем. Какая карусель классная. Ну, такие Чебоксары. Нет, очень красивый город. А вот еще турбодефлекторы. Где? А вот ребята проставились. А, вижу. А что они такие черные? Ну, потому что, видно, они этот, через эти выходят. Дымят? Ну да, там, скорее всего, шаурму приготовляют. Да, да, да. А, ну вот же тут рядом кафешка, конечно. Ну, вот такие Чебоксары. Все. Обзорная экскурсия, считай, закончилась. Да.